Здравствуйте. Здравствуйте, я рада. Здравствуйте, я рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы продолжаем работу над карпиками. Я делаю сейчас такие короткие видео, потому что я вот пришла с работы, пообедала, и пока еще солнышко светит, я снимаю для вас видео. И чтобы мне меньше было монтировать, они будут пока небольшие, но это уже что-то. И мы будем двигаться с вами вперед, и я постараюсь вам давать максимально интересную информацию на обеих каналах, как я обещала. Ну, второй канал у меня пока что еще там в процессе, немножко таком заторможенном. Вот. Я разделила сейчас вот охру на две части, потому что одна у меня, я буду сейчас вот делать заливочку на карпике без добавления яичной эмульсии. Вот, а потом я буду делать на втором с добавлением яичной эмульсии уже. И это будет уже следующее маленькое видео. Вот. И вот где-то у меня получилась вот такая консистенция. Я сейчас беру наше изображение карпика. Я узнаю его по тому, что он более белесый, чем вот карпик. Изображение, сделанное без добавления яичной эмульсии, у нас более такое белесое получается. Как видите, вот если мы будем сравнивать спинки карпиков, то карпик с яичной эмульсией, так же как вот иконы святителя Николы, которую мы пишем на бумаге, вернее, это не иконы, просто вот наши упражнения по иконописи, они также отличаются тем, что одно изображение более белесое, чем второе. Вот, и сейчас я просто беру белящую кисть, немножко покрупнее, и вот это все прокрываю. И здесь также может быть несколько вариантов работы поливинилоцетатной темперой, потому что мы можем делать это и такой краской консистенции, вот как я показала, более жидкой, вот типа сливочек, не очень густых. Ну, это получается гуще, конечно, чем молоко, жиже, чем сметана, значит, ну где-то как сливки, не очень жирные. Ну, то есть так, если уже мы будем сравнивать. И вот я так прокрыла. И здесь я беру просто на нет. То есть, а можно делать более пастозно, мазочками. То есть это вы уже выбираете в зависимости от работы, что вам нравится. Мы будем постепенно пробовать и экспериментировать разные изображения делать, и разные техники, разные пробовать. Будем, вернее, испытывать разные приемы темперной живописи. Ну вот я так на нет свела, а там посмотрим, как это можно все сделать. И следующее маленькое видео — это будет карпик с яичной эмульсией. Всего хорошего, до новых встреч, творческих удач, счастья, любви и всего самого наилучшего.